Всем привет! 277-я серия турецкого сериала «Кровавые цветы» выйдет 20 марта. Если вы хотите, чтобы баран простил Фырата, ставьте лайк. Также хочу поблагодарить всех подписчиков и зрителей за просмотры и лайки. Баран все-таки выгнал Фырата из дома, потому что не смог его простить. Гюль, недолго думая, собрала вещи и, попрощавшись с делом, отправилась в путь вместе со своим мужем. Она не смогла оставить его в такой трудный час одного. Тем более они оба давали клятву всегда быть вместе, несмотря на обстоятельства, и в горе, и в радости. Азаде сильно расстроена, потому что отчасти во всем этом есть и ее вина, и она это хорошо понимает. Азаде придумала план, как исправить свою ошибку и не допустить новые. В это же время Дилан продолжает уговаривать барана вернуть Фырата и Гюль домой. Но он наотрез отказывается это делать, говоря, что все решено и уже ничего нельзя изменить. Но Дилан продолжает настаивать, намекая, что всегда можно что-то сделать. Она хвалит барана за его милосердие, но он все равно неумолим. Баран пообещал, что будет приглядывать за Фыратом и если что, он поможет ему, но вне дома. Дилан так распереживалась, что вместе с ней начал и волноваться в утробе ее ребенок. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.